Друзья, 30 октября в 10 часов по адресу город Астана, улица Кенесары, дом 3, состоится предварительное слушание по политически мотивированному уголовному делу председателя оргкомитета, создаваемой оппозиционной партии «Алга Казахстан», экс-кандидата в депутаты Мажилиса парламента, а также активного участника мирных митингов Марата Толегеновича Жаламбаева. У Марата Жаламбаева есть мировая слава и финансовый достаток, но он не смог мириться с беззаконием и коррупцией в нашей стране. Он не смог мириться с расстрелом мирных граждан, пытками и ужасающими нарушениями прав человека. С 25 мая 2023 года Марат Жаламбаев находится в СИЗО города Астана за критику Токаева и отстаивание наших конституционных прав, а также демократических ценностей. Марат Жаламбаев не молчал, когда встал вопрос о продаже нашей земли в 2016 году. Из-за этого он отбывал административные аресты. Он не мог молчать, когда Токаев обвинил собственный народ в терроризме и отдал приказ стрелять на поражение без предупреждения. Он не мог молчать о бесчеловечных пытках и требовал независимого международного расследования кровавых январских событий 2022 года, а также Желтоксана 2011 года. Он не мог молчать о помощи Токаева Путину в его кровавой войне против Украины. Он не мог молчать и поэтому смело и публично обвинял власть в коррупции и беззаконии. Он выступал с требованиями достойного уровня жизни для каждого казахстанца. Но сейчас ему очень важна наша поддержка на его судах. Приходите, будьте наблюдателем и принимайте активное участие в судебных процессах. А все те, кто не смогут поприсутствовать на судах Марата Жаламбаева, оказывайте финансовую помощь. Реквизиты для сбора средств я прикреплю в описании.